Ангелос, капитан кровавых воронов. Мой орден лежит в руинах. Сектор разодран войной. Его миры осаждены. Скверна хаоса распространяется, пожирая всех нас. Здесь мы ее остановим. Здесь свершится возмездие. Десять лет назад мы, кровавые вороны, уничтожили демона Улькаэра, положив конец его стараниям по превращению субсектора Аврелий в гниющий космический ад. Мы думали, что наша победа знаменует окончание войны в секторе. Мы ошибались. Новые демонические набеги безжалостно заражают планеты Сектора, Аврелию, Тифон, Калдерис и Меридиан. В ответ в Секторе была развернута Имперская Гвардия, молот Императора, чтобы защитить его, обезопасить. Но число вторжений лишь росло, и ситуация осложнялась бунтами и потерей рассудка в рядах Гвардии. Теперь Сектор беззащитен, разорен постоянной, бесконечной, беспрестанной войной. Мы — космодесантники. Мы — кровавые вороны. Мы должны действовать, но вместо этого мы воюем друг с другом. Азарий Кирос, магистр и главный библиарий нашего ордена, объявил героев Аврелии ренегатами. Теперь за нами охотятся наши же братья, не знающие о его тайной преданности Улькаэру. Магистр ордена, запятнанный хаосом, ополчение, искалеченное беспорядками и бунтом, демоны, ренегаты, сектор, которому ведома лишь война. Терпение Империума лопнуло. Для Сектора возможно только одно решение, решение, с которым я знаком не понаслышке. Ордо Маллиус на подходе. Святая Имперская Инквизиция. Их огромные корабли несут боеприпас для выполнения экстерминатуса, очищающего все планеты Сектора от жизни, ксеносов и людей, виновных и невинных. Меня назвали отступником, и я не могу действовать против Кироса, не пролив кровь своих братьев. Но все же надежда еще жива. Горстка героев, которых еще не тронула ересь Кироса, хранит верность Ордену. Эти герои, которыми командует капитан Диамет, по всему Сектору преследуют и уничтожают остатки Черного Легиона. Однако собственная спесь мешает Диамеду увидеть истинную природу Кироса. Для выживания этого Сектора, а вместе с ним и Ордена, он должен преодолеть свою гордость. Десять лет Элифас и его сборище трусов бегают от нас. И 10 лет мы за ними гоняемся. Теперь зверь залез в нору. Наша задача сделать так, чтобы Тифон стал не их святилищем, а их могилой.
Капитан, передовые силы докладывают о присутствии космодесантников Хаоса. Они вступили в бой с врагом. Идем вперед, братья. Огнем и кровью мы очистим запятнанную честь нашего ордена. Скажите это сейчас, пока не началось очищение. Элефас близко. Предатели очень скоро познают гнев меча Императора. Я подключился к голосовому каналу противника, капитан. Мерзавцы утверждают, что им удалось пленить нашего брата, Кровавого Ворона. Тогда поспешим и спошлем кару на этих ритиков. Может, еще не поздно спасти нашего брата. Ваше безудержное стремление к искуплению убьет вас, сержант. Что скажете в свое оправдание? Вы прекрасно знаете, что он ничего не скажет. Расплачиваясь за совершенные деяния, он хранит молчание. Тем не менее, не исключено, что целостность его брони была нарушена. Чтобы этого не случилось вновь, необходимо провести надлежащие ритуалы. После меня. Милостивый император, наш брат все еще жив. Поставьте его на ноги. Нам пригодится его опыт, если мы хотим уничтожить порождение хаоса. Засада? Похоже, эти ничтожества хаоса все же достаточно хитроумны. Космодесант, убить их! Покажем им, что они совершили ошибку! Я сотру их в пыль! Подойди поближе, чтобы я видел, как ты сдохнешь! Бросай, слабаки! Не время отбегать, враг еще достаточно силен! Видал я противников и посильнее! Предателей только начала проливаться. Вперед, братья! Нас ждет Элефас! Атакуйте противника из укрытия. Наша броня прекрасна, но не всемогуща. Идет сражение! Покончено. Меняем позицию. Замечен. Капитан, это маяк телепортатора. Если захватим это строение, то сможем использовать телепортаторы для быстрого развертывания подкрепления.
теперь это принадлежит нам. Космические десантники на поле боя. Скауты составляют костяк нашей пехоты. Они прекрасные стрелки, хотя легкая броня делает их уязвимыми. Лучше всего использовать их в тайных операциях. Потом их можно будет экипировать полем ближнего или дальнего действия. Отряд скаутов атакован! Я справлюсь! Она ведет огонь! Твоя жизнь была никчемной! Смерть и позор! Мерзавцы используют тяжелое оружие. Действуем по кодексу, обходим их с флангов, не попадая на линию огня. Разорители хаоса стреляют в нас! Остановите их любой ценой! На меня напали! Даже не сравнить с настоящим космодесантом! Корабль орков. Зеленокожие одержимы мародерством. Возможно, тут удастся найти нужные нам ресурсы. Из-за того, что они еще не осквернили своими загребущими лапами. Я слышу, продолжайте. Выдвигаемся. Она ведет огонь. Не время отдыхать. Враг еще достаточно силен. Скауты готовы. Какие будут приказания? Скажите это сейчас, пока не началось очищение. Двигаемся в укрытие. Тактическое перемещение. Враги! Отряд скаутов пробил. И пусть тебе станет стыдно! Так и весь хаос должен быть побит. Цветные мечи потрясают нас.
справлюсь! Рабы хаоса жаждут смерти! Поможем им! Новый приказ? Враг уничтожен. Следующая цель. Тактическое перемещение. Установка пушки «Тарантул». Создание пушки завершено. Рабы хаоса жаждут смерти. Враг еще достаточно силен. Это принадлежит нам. Взвод опустошителей подойдет здесь как нельзя лучше. Их тяжелые болтеры способны вести подавляющий огонь, замедляющий и ослабляющий противника. Черный легион ни за что не позволит нам удержать эту точку. Ожидайте контратаки. Скоро буду там. Вхожу в здание. Какие будут приказания? Развертывание началось. Пришло время битвы. Огонь по нашему отряду. Расстреляют с правого фланга. Наше укрепление атакует хаос. Враг атакует нас с расстояния. Тарантул установлена. Иду. Очень хорошо. Замечен враг. Они стреляют. Они стреляют. Она ведут огонь. Не время отдыхать. Враг еще достаточно силен. Твоя жизнь была не начальной.
Они стреляют по нам! Путь открыт! Идем вперед, братья, пока они зализывают свои раны! Никакой пощады! И ни шагу назад! Капитан Диамет слушает. Скажите это сейчас, пока не началось очищение. Вот они! Предатели атакуют! Думаешь, ты со мной справишься? Что дальше? Разобстреливаем лоялисты! Отряд скаутов атакован! Думаешь, ты со мной справишься? Уничтожает ключевое строение. Новый приказ? Скажите это сейчас, пока не началось очищение. И пусть тебе станет стыдно! Захват произведен, теперь все наше. Марионетка теперь с нами, братья. Смотрите, как весело он пляшет, не догадываясь о темных богах, которые дергают за веревочки. Добро пожаловать, брат. Знаю, что твоя десятилетняя охота была напрасна. Я убью тебя, и душа твоя будет поглощена. Побереги слова, пес. Наш император сегодня станет свидетелем победы чести над бесчестием. Кровавые вороны ушло. Эта битва станет для тебя последней. Меня не остановить! Я восстану снова и снова, как было всегда! Отряд противник подавляет нас огнем! Сегодня земля пропитается кровью лоялистов! Как ведет огонь на
метка. Даже если сегодня наступит моя смерть, темные боги все равно не отпустят вас. Скоро верность вашего ордена достанется богам. А ты, марионетка, слишком силен, чтобы это увидеть. Ложь! Ложь! Прекрасно, прекрасно! Мудрое решение отправить воителя Ордена на уничтожение легиона в субсекторе. Ты, Диомед. О боже, магистр Ордена Кирос, я не ожидал, что вы выйдете на связь так скоро. Я магистр Ордена и главный библиарий. Я вижу все, капитан. Я следил за развитием твоей победы. В ожидании дальнейших указаний обеспечьте безопасность на Тифоне. И еще раз, Аполлон, мои поздравления. Благодарю вас, господин. Вы оказываете мне честь. Ты удовлетворен? Нет. Но я, тем не менее, разочарован. Пара слащавых слов. И ты выдашь все, что мы рассказали тебе об Аврелии. Довольно. Черный легион уничтожен. Что до вас, я прослежу, чтобы ваши судьбы были решены в скорости. Наша победа — награда за рвение и ярость. Капитан, инквизитор на голосовой связи. Это инквизитор Адрастия из Орда Эретикус. Капитан Диомед, похоже, вы последнее время без дела не сидите. Вы, несомненно, получили отчеты. Силы Элифаса преемника уничтожены. Отсюда Черный Легион был изгнан. Я полагаю, что это снимает все вопросы по верности Кровавых Воронов. Эти новости мало что меняют. Вообще-то я на связи с вами, чтобы сообщить об эскалации вашей ситуации. Один из ваших же капитанов выдвинул обвинение в адрес вашего магистра Ордена, Азария Кироса. Ангелос! Это он и его последователи, предатели, отступники! Разумеется, мне стоит передать людей Габриэля Киросу! Вы часто это говорили. К счастью, с его стороны это чувство не было взаимным, когда он передал своих людей под ваше командование. Именно по рекомендации капитана Ангелоса вам была дана возможность очистить имя Кровавых Воронов. Орда Эретикус, как часть Инквизиции, скоро решит эти проблемы самым надежным образом. Экстерминатус. Полное безоговорочное уничтожение каждого обитаемого мира в этом секторе. Пощады не будет никому. Предатель, Ксенос или верноподданный умрут все. Экстерминатус? Но... Капитан, если Кирос действительно является причиной бедствий Сектора, вы должны разоблачить и остановить его. Если у вас это получится, возможно, я смогу отозвать Экстерминатус. А если нет, ваш Орден будет объявлен геретиками, и вы сгорите вместе с Субсектором. Предлагаю вам начать действовать, капитан Диомед. Конец связи. Такое расследование нужно проводить без ведома командования Ордена. Мы должны действовать быстро и скрытно. Мы
На телефоне сохранились остатки древней телепортационной сети, которая называется телепортариумами. Если мы сможем найти их и активировать, то сможем перемещаться по субсектору, не привлекая внимания. От следующего телепортариума нас отделяют вражеские силы. Мы должны одолеть их, если хотим продвинуться дальше. Всем офицерам и отрядам, которые услышат передачу, мы выходим из-под имперского командования. Если мы станем сражаться, то отныне мы будем сражаться за себя. Можете называть это дезертирством, нам все равно. Мы все мертвецы, все, кто хоть что-то обещают взамен. Регион теперь под нашим контролем. Если мы увидим хоть кого-нибудь, кого угодно, испепелим артиллерийским огнем. И не сомневайтесь, мы сможем. Полковая святая бронетехника не так щепетильно относится к святости тех, кто ей управляет. На телефоне сохранились остатки древней телепортационной сети, которая называется... Скауты заметили важную позицию. Скажите это сейчас, пока не началось очищение. Следующая цель. Тактическое перемещение. Враг, меня ранили! Что дальше? Враг, она уйдет такой. Видал я противников и посильнее. Скажите это сейчас, пока не началось очищение. Нападение! О, черт, нас нашли! Ладно, вражина, мне плевать, кто ты. Ощути мощь Бейнблейда! Видим противника. Наше вооружение недостаточно мощное, чтобы справиться с броней Бейнблейда. Отступаем немедленно. Это Бейнблейд!
Мониторы бога машины поддерживают меня в бою. Очень детально. Защищайте эти кагитаторы. Без них турели могут просто сойти с ума. После меня останутся только руины. Это было неизбежно. Следующая цель. Будьте бдительны. Не время
отдыхать. Сюда. Враг еще достаточно силен. Будьте бдительны.
Стратегическая точка захвачена. Пушка «Тарантул» под огнем противника. Враг атакует нас с расстояния. Снайпер! На поле боя появился снайпер! Атакованы. Печальное поражение. Нашу турель. Поверхность.
ведут огонь. Ясно. Еще один. Следующая цель. Брат, меня ранит! Врагам ведут огонь. Не время отдыхать. Враг еще достаточно силен. Враг атакует нас с расстояния. Думаешь, ты со мной справишься? Враг атакует по нашему отряду. Точка защищена, врагу не отобрать ее. Опустошение ждут приказаний. Еще один враг повержен. Враг уничтожен. Следующая цель. Столько времени, сколько вам нужно. Чем быстрее мы продолжим этот фарс, тем лучше. Фарс, капитан. Не сомневайтесь. По указанию инквизитора мы стали участниками омерзительного бунта против руководства Ордена. Из-за них кровавые вороны находятся на грани забытия. И лишь по этой причине мы ввязались в это. Мы будем искать улики, которые погубят Кироса. Или же очистят его имя. Очистят имя? Ты все еще полагаешь, что осталась вероятность невиновности?
Я сомневаюсь, что мы вообще что-либо найдем. Для нас, кровавых воронов, знание — это сила, и мы его очень хорошо оберегаем. Пусть наши враги дрожат. Сегодня победа досталась нам. Портариум активирован, капитан. Теперь мы можем в любой момент покинуть Тифон. Чтобы добраться до других планет, нам нужно найти другие телепортариумы.